Клиники. День защиты детей. Умнички, мальчики! И сами себе громко поаплодировали. И что нужно кричать? Молодцы! Умнички! А вот родители, особенно с этой стороны, чуть-чуть не молодцы. Но вот с белым пузом идите сюда. Да, конечно. Это белая футболка. Давайте мы поаплодируем. Как зовут вас? Веня, сколько вам... Танцам нужно охладиться. Да, конечно, спасибо. Что? Веня, дай мороженое мальчику. А, Веня, прости, держи это тебе. Проходите на свое место, проходите. Не переживайте, мальчишки, девчонки, мороженое вам тоже достанется, но чуточку позже. Синечка, ты говорил, что мы сегодня устроим шоу талантов, правда? Да. Мы сделали разминку, все потанцевали, но звезды, талантливые дети, они не только танцуют. Что умеют делать? Ага, молодцы. Но чтобы стать звездой, нужно как минимум этих звезд знать. Предлагаю сделать следующее. Сейчас будут включаться песенки разных популярных исполнителей. Да. Ваша задача хором говорить, ну, как минимум, как зовут звезду. Или, например, как называется песня. А подожди, мне снова нужно посоветоваться. Ребята, в наушниках такой с утра до вечера. Тынц. А кто знает Диму Ботаника? Я! Какой Дима Ботаник? Ну, он поет. Кружит. Какой Дима Ботаник? Кто это поет? Впереди! Слышь, ручки!
Родители подпевают! Ну что, все готовы? Саша, стихотворение, о чем стихотворение? Про музыку. Классно, наверное. Ну что ж, 3, 2, 1, слушаем внимательно, поехали. На уроках музыкальных научили дружно петь, танцевать, играть и слушать, на соседа не смотреть, кому секреты, без музыки отличной жизни радости нам нет. Вау, ваши бурки, держите вам отличные борды мороженое, спасибо вам большое, проходите. Ну, смотрите, звезды, вот такой мальчик пузенький пузырь. А у кого получалось надуть вот такой пузырь? А у кого получалось надуть вот такенный пузырь? Все правы у всех? А кто бывал в мыльном пузыре? У кого-то из вас, ну, например, кто хлопает громче всех, появится возможность действительно побывать в настоящем мыльном пузыре. О, молодцы! А можно уже не хлопать? Аплодировать нужно будет побольше. Я предлагаю встретить бурными аплодисментами. Громче в ладоши! Почему не могу избавиться от мысли о тебе? Почему мне так понравилось? Ударила любовь по голове. Почему не могу расслабиться и просто танцевать? Почему не получается? И все вместе! Прожить дня это перегруз, это перенос. Но почему? А я слушаю, Саша, громче! Громче аплодируем! Выше ручки, поехали! Наверное, потому что ну что, готовы? Готовились! Умнички! Ну что, мальчишки, девчонки города Одессы, мы поздравляем вас с этим замечательным праздником. 3, 4! С днём рождения, дети! Можно бы все, кто только что танцевал, веселился, читал стихи, просто стоял, получили что? Мороженое! Ну, напоминаю, мороженое мы вручаем сугубо в детские ручки. Мамы, папы, уж извините, ручки. И получаем мороженое. По одной порции. Опустите, я... За ручку, а не вам дам. Так, держите.